Весна в этом году выдалась холодная. Поздние заморозки внесли коррективы в ход посевной кампании. Тем не менее, сморгонские аграрии ежедневно выводят технику на поля, чтобы завершить весенние работы в срок. Подготовить почву, внести удобрения, посеять яровые культуры в оптимальные технологические сроки. На сегодня это главная задача аграриев. Ведь от того, как пройдет посевная, зависит будущий урожай. По традиции, райком профсоюза работников агропромышленного комплекса объявил районные соревнования среди механизаторов, которые работают на посевной. Доброй практикой стало подведение промежуточных результатов по выполнению комплекса весенне-полевых работ. Мы понимаем, все мы работаем, но кто-то работает лучше. И кто работает лучше, мы всегда должны этих людей отмечать. Отрадно, что у нас, конечно, есть и постоянные лидеры, но очень приятно видеть среди лидеров и новые лица. И среди этих лиц есть, конечно, и молодые специалисты, молодые механизаторы. Поэтому я считаю, опытным надо не сбавлять темп, а молодым надо равняться на более, значит, опытных механизаторов. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Медведскас и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Виталий Ивашко поздравили механизаторов, которые занимают лидирующие позиции в соревновании. Победителями в каждой номинации стали работники сельхозпредприятия «Агросолы». Петр Петровский работает в хозяйстве уже более 30 лет. Механизатор стал лучшим в районе на внесении минеральных удобрений. Работаю я уже 32 года здесь и выполняю все работы. И культивация, и внесение пахота, ну все, что только можно. Всю жизнь отец и мать на полях, ну, и сам пошел по их стопах. Расскажите, на какой технике вы работаете? В основном на 1221, внесение удобрения, а так подменяю вот и на пахоте, и на амкадоры. И на монитор, на всех тракторах, которые можно. Первый класс имею, вот имею на всех. Награды и слова благодарности заслужены тяжелым трудом. С утра и до вечера аграрии работают в поле. В этот напряженный период каждая минута на счету. Труженики стараются выполнить все работы в срок и показывают высокие результаты. Благодарность за плодотворный труд в ходе посевной кампании была объявлена и работникам сельхозпредприятия «Совхоз Сморгонский». Александр Лоздин работает здесь всего полгода, но с сельским хозяйством связан с детства, вырос в деревне. Механизатор занял третье место на предпосевной подготовке почвы. Работаю трактор John Deere с культиватором. Подготавливаю почву для того, чтобы за мной просто шла сеялка уже по ровному полю, выравниваю поле. Пахота прошлогодняя, она твердая, надо, чтобы она была земля взрыхлена на нужную глубину. Чтобы сеялка шла свободно и легко, нигде никаких ям. Техника мощная, можно больше делать. Чтобы сеялка не стояла, надо работать, работать, работать. Люблю вот такую работу. Сельское хозяйство – это поле, что-то пахать, культивировать, убирать. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Медведскас отметил, что лидерами по темпам и качеству весенне-полевых работ в нашем районе являются сельхозпредприятия «Агросолы» и «Жодишки». Но в последнее время и команда совхоза Сморгонского серьезно набирает обороты и показывает хорошие результаты.